Давайте ознакомимся со всеми расцветками. Итак, вот сейчас вы видите цвет на нашей кровати. Это первая расцветка. Итак, это продюсер, розовый, как розовый. Она у нас? А, бежевый, бежевый. Это бежевый. Бежевый. По фону, Оля, вот, ориентируемся, фон, да. Ага. Бежевый. Дальше давайте посмотрим. Еще есть две расцветки. Итак, бежевый. Посмотрите, здесь идут такие переходы в бежевый, в такой нежно-коричневый, золотистая гамма. Это вторая расцветка, у него точно такая же цена. И есть розовый. Посмотрите, у нас здесь нежный розовый фон и также цветочный принт. Какая расцветка вам больше нравится? Ой, слушай, нравятся все. Не надо, Олечка, не надо выбирать. Надо брать абсолютно все. Все, что мы видим сейчас на экране. Дело в том, что у нас полутораспальные варианты. Только полутораспальные и за 999 рублей. Таких цен не было никогда на нашем телеканале. Это идеальный подарок из чудесного хлопка. Из очень нежной расцветки. Для каждой телезрительницы подойдет. Вот, точно, знаешь, вот бывает, когда мы выбираем подарок для кого-то, мы всегда переживаем. Понравится, не понравится. Смотрите, какая нежность. Вот в любом исполнении цветовом нежность весенняя, которая понравится абсолютно каждой женщине. Звоните прямо сейчас. 999 рублей. И очень ограниченная партия. Успейте заказать к 8 марта. Ты знаешь, кстати, многие женщины могут сказать, за 999 рублей, наверное, это не полный комплект. Кстати, ты знаешь, я в прошлом году купила комплект и даже не посмотрела. Оказалось, что в нем есть пододеяльник, есть наволочка, но не было простыни. А сейчас это, кстати, евростандарт, чаще всего простыню не докладывают, так ее вот отдельно покупают. У нас есть все. Вы получаете и пододеяльник, вы получаете и простыню, и две наволочки 70 на 70. Успейте заказать, у нас ограниченная пробная партия. Успейте порадовать себя. Этот цвет называется коричневый. Видите, какие здесь красивые лиловые цветы. У нас есть также бежевый и розовый. Оля, а вот теперь я хочу попросить тебя, расскажи, вот прикасаясь к постельному белью, что ты ощущаешь? Ну, Оль, сразу тебе хочу сказать, вот раньше ощущения были другие, когда мы трогали бязь. Вот вспомни, советское время считалось бязь самая прочная, да, самая такая ходовая. И поэтому, знаешь, как моя мама говорила, Оля, потрогай ручками, чувствуешь, какое плотное плетение? Не переживай, эффект наш дачной бумаги пропадет через несколько стирок. Через несколько лет. Через несколько лет. Не, ну правда, была прочная такая вот бязь в советское время. Здесь я вот сейчас трогаю. Она мягкая. Да. Мне сразу закрадывается сомнение, а насколько она прочная по сравнению с той бязью, которую делали в советское время? Вот ты знаешь, именно эта бязь, бязь комфорт, отличается от той, что была раньше, во-первых, гладкостью, во-вторых, равномерностью плетения. Здесь нет таких вот, как раньше была, нитка толще, нитка тоньше. Ага. Это было не очень высокого качества постельное белье, хоть и прочное. Здесь у нас абсолютно идентичной плотности нити утка и нити долевые. Они абсолютно качественные и за счет этого гладкости, нежность прикосновений, дыхание, то, что дарит нам хлопок, здесь на высшем уровне. И вы получаете комфортное постельное белье в абсолютно идеальном варианте. Все в комплекте. Все в комплекте, и это ваше весеннее настроение. Полутораспальный размер у нас представлен в трех цветах. Звоните прямо сейчас, делайте свой заказ за 999 рублей. В наше время и две коробки конфет хороших не купишь. А у нас тут комплект постельного белья из хлопка, бязь, который прослужит, ну, приблизительно сколько прослужит? Слушай, ну, вот служить нам будет долго, ведь это натуральный хлопок, это 100% хлопок. Служить нам будет буквально лет 5-7, а то и дольше. И самое главное, он дарит нам комфортные ощущения. Вы знаете, когда мы с вами засыпаем, когда мы с вами расслабляемся, нам очень важно, чтобы чувствовали мы себя комфортно. У вас как топит? У вас батарея сильно кочегарит? У вас жарко? Вот вспомните, какие мы просыпаемся утром, если жарко? Вспотевшие. Это нормальная природная реакция организма. Да. Так вот, когда мы спим на хлопке, Оля, хлопок впитывает всю влагу, и потом ее испаряет, и мы просыпаемся в комфорте. Это одно из важнейших качеств, которые необходимо учитывать, когда мы приобретаем постельное белье детям, пожилым людям и аллергикам. То есть, получается, это такой несезонный материал, получается, этот комплект мы можем использовать 365 Конечно. Дней в году. Слушай, я хочу очень внимательно, вы знаешь, показать нашим телезрителям, заострить ваше внимание, обратите внимание. У нас только полутораспальные комплекты, но в каждом полутораспальном комплекте вы получаете две наволочки. Оль, это действительно редкость. Да. В магазине полутораспальные комплекты предусматривают только одну наволочку. Бывает и так, да. Но у нас здесь полноценный комплект. Знаешь, как я его использую? Вот я, например, беру своим мальчишкам. Так. И как я использую? Я застилаю комплект
Но у меня же две наволочки, и я буквально через несколько дней, наволочка быстрее всего пачкается, я ее меняю, простыню и пододеяльник я меняю чуть позже. То есть это абсолютное удобство. Сейчас вы видите цвет бежевый, а теперь обратите внимание на цветы, обратите внимание на лепесточки. Оля, ты заметила? Это ручная работа. Художники разработали дизайн и перенесли его на чистый хлопок. Вы только полюбуйтесь, насколько здесь все качественно прорисовано. Ведь это высокие технологии. И причем эти цветы останутся навсегда на комплекте постельного белья. Олечка, а у меня к тебе предложение. У нас же три цвета на выбор. Давай вот сейчас возьмем пододеяльник и прям расстелим, покажем, чтобы наши телезрители могли выбрать для себя свой цвет. Вы не против? Ну что ж, давайте. Итак, первый цвет, который только сейчас был для вас, он с розовыми цветами, коричневый цвет. Далее вы сейчас видите бежевый цвет. Бежевый цвет, вот он абсолютно, да, вот все компоненты так, тоже Оля, бежевого цвета. У меня еще интереснее предложение. Мы очень быстро, продюсер у нас уже в шоке от наших нововведений. Давай покажем дизайн, конечно. Красоту. Вы видели? У нас кайма, у нас здесь интересный дизайн. И, конечно же, это предложение подходит всем. Этот цвет в золото и с яркими акцентами. Давай следующий цвет. Ну, смотрите, три цвета на выбор. Все полутораспальные варианты, это все хлопок. И это все идеальный подарок для каждой женщины. Возьмите сразу несколько цветов и получите бесплатную доставку. Итак, это бежевый цвет, запомнили? С красивой яркой каймой. И есть и еще? У нас есть еще розовый. Посмотрите, причем он, Оль, вот что мне нравится в этом розовом? Мне нравится здесь очень такой ненавязчивый рисунок. Он не контрастный, он не сильно яркий. У этого рисунка есть и цветы, и красивые замысловатые сказочные узоры. Какую расцветку выбрали вы? Выбирать не нужно, берите сразу несколько. Выбирайте для себя сразу несколько комплектов, делайте подарок для всех своих самых близких. Вот вспомни, Оль, когда наступает 8 марта, и мы бежим в магазин, чтобы купить какой-нибудь подарочек, но невозможно даже за 1000 рублей ничего найти, правда? Согласна, Олечка. Моя мама в таком случае всегда говорит: Оля, у тебя в шкафу должно быть несколько постельного белья, несколько новых комплектов. Постельное белье лежит в шкафу, кушать не просит, выдался случай, взяла и пошла спокойно поздравляться. Постельное белье – хороший подарок. Успейте позвонить прямо сейчас, мы заканчиваем презентацию комплектов постельного белья за 999 рублей. Чудесный 100% хлопок.